Писать стихи Ольга Туряева начала несколько лет назад. В ее копилке уже около 100 произведений. Больше всего девушке нравится писать про осень, так как это ее любимое время года. На вопрос, где она черпает вдохновение для творчества, отвечает просто. Ей помогают друзья и родные. Меня вдохновляют мои друзья, которые довольно часто становятся персонажами моих работ. Меня вдохновляет, опять же, осень. Я очень ее люблю. Я могу услышать какую-то песню, у меня возникнет ассоциация, я напишу что-то, связанное с этой ассоциацией. Со своими произведениями девушка не раз становилась победителем городских, областных и всероссийских конкурсов. Одним из последних стал большой всероссийский фестиваль, посвященный столетию дополнительного образования. На нем Ольга стала победителем в номинации «Литературное творчество». Узнала, по-моему, самое последнее. Мне сначала одноклассники сказали, что меня напечатали на сайте департамента образования. Потом мама позвонила, поздравила. Что? Где? А, я выиграла, да? Здорово! Очень приятно, что мои работы оценивают по достоинству. Значит, что я действительно могу создавать что-то, что нравится людям. Жюри конкурса состояло из именитых литераторов России. Каждая из них тщательно оценивала работы всех конкурсантов. На фестиваль были заявлены еще два участника объединения «Литошка» – Мария Пикулева и Владислав Смольников. Их произведения также были отмечены компетентным жюри. Очень почетно и, наверное, волнительно, когда профессиональные литераторы оценивают. Когда просто, ну, скажем, педагоги – это не так волнительно. А когда все-таки состоявшиеся профессиональные литераторы – это очень ответственно. Каждый раз этому радуюсь. За 30 лет работы педагоги литературного объединения «Литошка» воспитали не одно поколение талантливых ребят. Некоторые из них связали свою судьбу с профессией писателя. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.